Заман Хайрусн, ГРТ канал НДА, Авто Хаберлери программасы. Студия Дачалышер, Татьяна Ставилова. Элексиан программанын баш темалары. ГГУЗе халту клышына доору дулу баканны комитети инициативасы. Ангысына гюря патента гюря ишлиян инсаннар. Бир елы сүресінде дилля зымыладжек социал үдемеклерін өдесіннар. Кыпча Кюн Барановский адына лицейнда ени сытмак системасы койылды. Балканишин культура еви касабанын культура хим үретим меркези сайылыр. Ерлі куветлер еллар бойынже чалышылар чөзмя проблемы ангысы баалы бинада дөзмя кешлеринен. Патента гюрей ішлиян сыннар, гечерділер протест акциясыны неунар истерлар куветлерден үренде бізім корреспондентымыз Валентина Чубан. Январин 22-сінден Верги Курумун узманнары панайырлары контрол эдерлер. Бөлі контроллер чадыр касыбасы панайырында да кештілер. Инсанлар білмерлер не сөйөте адору ішлеме. Оннар даныштылар халк топлышына ки канона дейшілмеклері каблетсінер. Ангылары верекекілер колайлык, соц фондуну, үйдемеме, хем каса аппаратларыны кулланмама. До меня не дошли они, но я слышала у других как бы просили. Бана оннар етишмедлер, ама башкаларындан ишиттим. Социал фондун үйдемемеси ичин инсанлара жаза коймушлар. Нет этого соцфонда, делали людям штраф. Канона гюря патент сабилери социал фондуна яклашык 1,5 000 лей лазым үйдесіннер хер ай. 1461 лей 60 бань в месяц или 17 522 лея в год. 17522 лей йылда социал фонду. Ангысы вермер бир да гарантия. Не отпуск парамыз олажек. Карылар декрет каблет межеклер. Сади бириш, минимал пенсия. Яшайынар далган эрлар. Нечин бусае дейл 800 яда 600 лей. 1000 лей, 600, 800. Откуда вы взяли 1500? Бусайы біз үдеямейдейс. Халис кышын. 2023 елын июль айын бірінден Молдова девлетінде патентлера гюря ишлеме азап едели. Во избежание санкционных ситуаций ГНС призывает всех налогоплательщиков. Жеза олмасын дейіне хепсе экономика агентлері Молдова девлетінен верги канонына гюря чалышынлар лазым. Предпринимателя регистрируя независимую деятельность. Баканы комитеті сечті карар, ангысы патент сабілеріні коруячек. На сессии примут. Я знаю мнение группы Константинов. Да? Сессияда кануну каблетеджеклер. Бен билерим Константинов группасы депутатларын бакшына. Сайерым ане девлет лазым корусун патент сабілеріні. Оннар кендлеріне иш ерлеріні курдулар. Ама патент сабілеріні кенді проблемаларынан ялныз-ялныза бракырлар. Таким людям должно не мешать, а помогать. Гагаузян халк топлушун бюджет комиссиясы баканны комитетин теклифини бакты, хем сырадакы отурушун гününү белли этти. Не можем предположить, какой будет. Биз билмерис, не суй карар олажек. Хербир депутат киндиси карар верижек. Теклиф эдерис патент сабилерини, салия гене бурада топлансынар. Кинди хакларыны корума лазым. Сади бюле, результат лазым олсун. Рядом с патентообладателями. Только так можно сегодня добиться какого-то результата. Патент сабилери депутатларын карарыны беклерлер. Нышеннайра, кане бу, үйкі оннар үстлеріне аламайджиклар. Содействуйте, окажите, ну, вы должны найти компромисс. Без действий куветлерден беклерис. Оннар компромисс булсунар лазым. Лазым они бу карар күстүрмесин патент сабилерине хем бюджетте исля келсин. Патент сабилери да Молдова девлетинин жүмүнө сигорталамасы фондун курулмасында пайылсынар лазым. Нышанады Гагаузян халк топлушунун вице-спикери Александр Тарнавский. Люди в большинстве своем не против того, что... Инсан дейл душман социал фондунун үдемесине. Оннар сайылан кайыл дейл. ОПЕК бүйүк 1500 лей айда. Ама депутатлар башка вариант теклифи етмейерлер. Бу дейл чыкыш, зереверги куруму девлет структурарын бир пайы. Хем контроль хеп о кадар олажек. Инсаннара буну ачык сөйлеме лазым. Наших патентообладателей на соответствие национальных законов. Гагаузия халк топлушун отурушу ангысында патент канунун дейшилмеклери бакылажыклар январ айын 30-нда лазым кечсин. Валентина Чабан, Алена Терзи, Владислав Кысамария Казаку, ГРТ Хаберлер.
Гагаузия Баканы комитеті каблетті карары аңгысына гөре ухазыр автономинын орта хем күчік алыш верешчелері тұттырма. Экономика агентлері даныштылар күветлере ярдым ічін. Неден сура Баканы комитеті бір түрлі өдемеклер кануна карары каблетті. Ки 2025 жиладын алыш верешчелер варынжа касса аппаратларыны сатын алмасынар. Бу карары халк топлушына юладылар. Гагаузия Башканы Евгения Гуцул хаберледі ане бу карара гөре бизнес адамнар бір түрлі өдемеклер үшін документте ішлесінер варна асыл, хем касса аппаратларыны сатын алмасынар. Автономиян башы чізгелі де ане, онар варна асыл олачек ішлесінер нежеде гечан ел. Біз анырыс, ане бұ инсанар зор социал дұрымында бұлынырлар. Бұ үзіре онара ярдым етмей істеріс, нышынады Евгения Гуцул. Баканы комитетін қарарыны брифингін сөресінде ачықлады экономика хем туризма баканы Лариса Чайна. Хочу вас проинформировать, что на сегодняшнем заседании исполнительного комитета было принято решение о внесении изменений в закон АТО Гагаузия о едином платеже. Истерим хабирлеме ане Баканы комитетин бүгүнкү отурушунда сечилди карар тек верги канунна дейшилмеклери үчүн. Бу канун 2022 жылын март айын 9-унда кабыл эдилди. Хем берир кулайлык Гагаузияда тек вергия көрө алыш беришчилиги керчиклеме. Дейшилмеклерге көрө теклиф эдилер кечирме касса аппаратларын кулланмасыны 2025 жылын январ айынадын. Юнемне ургулама ане бу инсандар савашырлар ишлеме бүгүн ачан яшайындарын мал алмак кулайлыгы дүшүп энергоресурсларын паасы да зейделенді. Бу негатив тараптан урер алыш верішчілері. Бу канонун 20 статьясына кириштірмек дейшілмеклері кабледілділер Баканы комитетінен хем юлландырылдылар халк топлушына кабледілмейе. На энергоносители. Все это сказывается негативно на предпринимательскую деятельность. Проект закона АТО Гагаузия о внесении изменений в статью 20 закона о едином платеже направлен в Народное собрание Гагаузии для рассмотрения и принятия. Гагаузия халк топлушына доорудулу Баканы комитети инициативасы аңгысына көрө патентте көрө ишлеген инсандар бир жылдын сүрөсүндө дил азым улажек социал өдемеклерин өдөсүннөр. Баканы комитетинде хабарледилер ане 1700 экономика агенти кенди иш жерлеринде ишлейжиклер хем ашырыя кетмейжиклер. Бунун үчүн башкан насаатчысы Михаил Влахнышынады обсуждаем вместе программасында Гагаузия радио телевизиону каналында. Я думаю, вот те малые бизнесы, те малые предприятия, патентообладатели, они все же должны чувствовать поддержку государства. И вот в Гагаузской автономии эта поддержка есть со стороны исполнительного комитета и законодательного органа. Мен сайрым ани патентчилар лазым девлет ярдымыны дойсуннар. Гагаузияда Баканы комитети бу ярдымы оннара вережек. Халк топлушу оннары тутурачек. Биз Александр Дмитриевичлан лафеттик, Лечи Георгий Георгиевичлан биз билерис не халк топлушунда дүшүнөрлөр. Оннар верижиклер кулайлык бу жылдын сүрөсүндө социал өдемеклерин өдөмөмө. Бу бек өнөмлүү ки инсандар бурада ишлесиндер, да ашырыя кетмесиндер. Люди закрывают магазинчики и уезжают за границу работать. Чадыр муниципиясында ишлеген экономика агентлери дил кайыл касса аппаратыны кулланма хем социал вергилерин өдөмө. К вам обращаются патентообладатели Чадырмунги и Чадырмунского района. Біз чадыр касабасындан, хем чадыр дулайындан бұрайы іше келеріз. Ялварырыз сізі бірақын бізі патента көре ішлеме, хем социал вергелеріне өдемеме. Бұ пек бүк харчылар. Ерлім лазым оларсы өдеме, чүйі бізден ашырыя кедеджіклер. Айлілерімізі бірақа жез. Шиндісі кенділерімізі бақырыз. Оставить детей, уехать на заработки. А так мы пока обеспечиваем себя. Канун проекты аңгысынын Баканы комитети чыкты юландырылды халк топлушуна. Ора акайын биринден Молдовада запедили патента көрө ишлеме. Молдова баш верги измети хабарлер ане бүк айынын 22-сынан башлайжек контроль этмеклери хем нышаныр ане экономика агентлери лазым канунна көрө чалышсыннар. Татьяна Ставилова, Ирина Резунец, ГРТ, хабарлар. Молдовада канунна каршы кеден инсандардын саясы зейделенер. Ниже сөйлөйөр Кумрат муниципиясынын полиция изметин араштырмак бөлүмүн башы Виталий Терзи йылдан кырсызлар тебиетинден атылмарлар. Сонун жылдын сүрөсүндө кырсызлык олайларынын саясы 2 кат зейделенди. Бундан кайра кырсызлар түрлүү ийени колуктары хем методдору кулланырлар. Полиция измети данышыр ватандашларга хем хабарлар ки, хер бири диккат болсун.
Шүпелі инсаннары инанмасыннар, варлыыны, парасыны корусыннар, банка карталарының белгілеріні хепіля олмаз вермя біркімсия. Битки илын ичинде кырсызларын сайысы 50% зейделендилер. Нижесюлер Комрат муниципиясынын полиция изметин араштырмак бөлүмүн башы Виталий Терзи ыл-ылдан кырсызлар табиетинден атылмайлар. Пайдаланыр башка чешитли кырсызлыкта. Поступают телефонные звонки по Вайберу, по Ватсапу и иногда даже по линии. Вайбера, Ватсаба, яда ев телефонна бааланырлар. Инсана сөйлерлар, ани онун банк картасындан пара чыкарылар. Онуштан ону капама лазым. Инсандан банк картасынын информациясын сорырлар. Онар кенде ишине психология тарафындан яклашырлар. Просят данные банковской карты, CVV-код и цифры на передней части банковской карты. Разговаривают мошенники и вводят в заблуждение, оказывая психологическое давление. Курку пани парачална джек, карта кулланджилары информация сныверерлар. Бундан сора хырсызлар джоб телефонун ярдымынан пара и чкарерлар. Я хотел бы обратиться к нашим гражданам, что в случае таковых просто отключайте телефон и сообщайте об этом. Бянистерим хепсия шеннара данышмани бюля олайларда телефону сүндүрсүннер хем полиция данышсынар. Кимсия дилязым банк арталарын информациясыны верме. Чүнкі онлары кабледіп, унар варнеже хепси паралары чалсынар. Тане истерим нышаннама ани банк чалышаннары хичбір сырада кенді. Мүштерилеріне телефон ачмайрлар. Ер телефон ачтыйсайдылар, сөйлайын ани банка кендіңіз гидеджейніз. Ни по каким случаям они не звонят. Если даже звонят, попросите зайти, то есть обратите, чтобы вы обратились сами в офис банка, которым вы обслуживаетесь. Онлайн сатын аларкана бербеше инсан варнеже хырсызларын еллеріне дүшсін. Онуштан яшайынлара насат едерлер, дил белле аңгы сайтлардан беше сатын алмасынлар. Ну, на сегодняшний день, пользуясь доверием наших граждан, на торговых площадках. Алыш вериш онлайн сайтында 3-9 быт тебе техника сатылыр. Сөйленер ани о кануна гөре сатылыр. Бөле онлар инсаны алдадырлар, хем бүйік сайда пара чалырлар. Поручение перечислить через банк, у нас все легально, вводит заблуждение людей и похищают очень крупные суммы денег. Онлайн сатын аларкана бірбеше хырсызлар варнеже теклиф етсінлер, балантыя гөре анкеты долдурма кенде информацияныздан. Сам сайт выглядит на первый взгляд оригинальным. Илк бакыштан дейджананы сайт оригинал. Бакмара күләме оса дилме. Инсан кенде информациясына осайда юкледер. На этом сайте. И тем самым передает все свои данные банковской карты, передает третьим лицам. Илкин не ищен лазым дүшінсін инсан о курма кенде информациясына. Комрат муниципиясынын полиция изметин араштырмак бөлімін башы Виталий Терзи нышаннер. О табир хырсызлык чешті ичин аннатты. По телефону сообщается о якобы каком-то произошедшем происшествии, ДТП, либо ихний родственник попал в какую-то беду. Телефон ашыры хаберлерлер ани быттебе йол разгелмесе сиздин якындакы кишинизлен олмуш. Ки проблема хызлы чөзілсін дейіне пара лазым. Бу олайда чалышерлер, актерлар, психологлар. Онар өлі кенде рольны ойнерлер, ани инсан онары инанер. Они могут даже, как объяснить, они инсценируют разного рода случаи. Бөле олайларда насат еділер телефону капама хем полиция телефон ачма. Девлетте хырсызлык олайлары почтадан беклеян посылкаларыны инсанларланда үйсилділер. Интернетте ялан информация ерлештірленер, ани жанта хем баулар сатылыр. Аңлары бұлынды Кишиневдакы аэропортунда. Ниже комрадын полиция инспекторатты хаберлер 12 айын сүресінде 32 онлайн хырсызлык олайлары белли едилді. Бұ 45% тазейді бакара ке бұ вақыда 2022 жылда. Ең сық яландырырлар пенсияда инсандары хем генчлері. Марина Топал, Мария Статова, Вячеслав Кыса, Мария Казаку, ГРТ хабарлар. Кенди башына карарлама сорушу ангысы балы персонал ассистентлерине казанч параларын үдемесинен лазым Гагаузинын күветлери хем кишиневин примариясы. Бу иш үчүн хабирледи Молдованын иш хем социал корумасында министрусу Алексей Бузу. Неже бу проблемы чөзөчөкләр регионун күветлери үрөнди Наталья Андриеш.
Молдовада шансора берка чилишлер персонал ярдымы измети бу измети яталак хасталарын бакмасында. Бу иша вар насыл герсинар хасталарын хысымнары. Ама девлет лязым она юдесин казанч парасны хем иш стажыны версин. Ниче хаберледы иш хем социал кормасында министрусу Алексей Бузы меркез куветлері сади үйдеджіклер персонал ассистентлара регионнарда хем белцта. Ама девлетін башка сабасы хем автономиян ерендеки куветлері кендлері лязым финансламайы булсунлар. Девлетин кими персонал ассистентлары казанч парай кабледерлер яшаянлара ярдымнамак фондундан ангысны хүкімет куланарды. Пара да орада кими вергелерден топланарды. Ама 2022-2023 иллар кризисин бетерине бу фондун гелерлери азалды. Бюджет реформалара бакарак кararlandı бу фонду йок этме. Хүкімет верді пара ки персонал ассистентлара хепсе долалардан хем белстан йодеклер верилсинер. Ама Гагаузин хем Кишновун куветлерине сыра келді. Кендлерине пара арама кенді бюджетлеринде ки каз Казанчылар йөдөнсүннөр, сөйледи Алексей Бузу. Гагаузияда бүгүнкү күн 260 персонал ассистенти официал чалышыр, хабарлады Гагаузиян Салык Ормак Баканын башын ярдымчысы Алена Козарь. 145 это финансирование идет из местного бюджета. 145 киши пара регионун бюджетинден кабледер, ама 115 девлет бюджетинден. Бу ассистентлар таасык хаста инсанларын хысымнары, ангылары официал ишлерлер хем социал изметлерни куллана билерлер. Ниче хабарледилер Гагаузиян Салык Ормак Баканында официал документлери ки автономиян куветлери пара болсунлар, персонал ассистентлара йөдеме дийни каблетмедилер. Ама баканлык данышты министрге ачыктан аннатсын онун лафларыны, нышанады Салык Ормак Баканын башы Эдгар Димов. Со слов некоторых специалистов, Кишиневе, Гагаузии еще под вопросом. Точной информации мы пока тоже не обладаем, ждем ответа. Вот эти 115 человек, которые покрывают за счет Кишинева, там выходят в месяц. Кими за началарын Кишиневдан лафларына гөре Гагаузиян сорушта кararlanmadı биткеден. Ачыктан хем дорудан хаберимиз йок. Беклерис жавабы. Хепси 115 киши ангылар пара Кишиневдан кабледерлер. Бир айына оннара лазым 700-800 бинлей Казанч парасынын хем хепси вергилерин йөдемесине. Биз сайдык бир илына лазым олжок якын 9 миллион лей. Шинди йок насыл сөйлейм биз бөле парчылары йөрте билежизми. Ондан соронча Кишиневдан жавабы кабледежиз бакыжиз не япма. Молдовада бүгүнкү күн бар 7000ден зеде персонал ассистенти. Бу инсанлар ангылары ярдым эдерлер колалыксыз ушаклара хем бүйүклөрө. Гагаузиянын Чевчич арбажаларына девлеттен ярдым верилер. Некадар пара бу финанслардан верилер автономия үйренди Наталья Андреевич. Девлет субсидиялары ГГУЗ фермерлары кабледерлер верилмиш билдиримнере хем курулмуш листелере гөре хабарлады ГГУЗин Чевчилик Баканын башы Сергей Бришим. То, что получат все, это будет 100%, потому что на правительстве Республики Молдова говорилось об этом. Бен дүшүнерим хепси кабледежиклер бу 100% олажек. Бунун үчүн лав гитти хүкүмөтүнүн турушунда. Фермерлер протест акциясына чыктылар да кошуларын бересиди субсидияларын берилмеси. Бен дүшүнерим ани язадан хепси фермерлер кабледежиклер хепси паралары ангылар лазым субсидия фондундан верилсинлер. Гагаузияда чевчилерин субсидия фондундан хеп пара верилер ерендеки аграрияларын туттурмасы үчүн. Ниче нышанады Сергей Бришим бу ил бюджетте 5 миллион лей конулду. Аграриялара субсидия верилмеси үчүн 10 кошула көрө. Бурай гирер чокелык бүйүнтүлөр, мейвачылык, хем баажылык, зарзаватчылык, бар өлчүлөр ийинден энергия чекетмеси үчүн, хайванчылык бөлүмү, тохумнар үчүн, чевчилик малларын иштетирмеси үчүн, таза маллары үчүн, исламак үчүн хем тулу ямасына каршы өлчү да бар. Семенам по элитным, есть по первичной переработке сельхозпродукции, есть по выращенной свежей продукции. И там капельное орошение, то есть противоградовая сетка. Былдыр Гагаузиян чевчилик субсидия фондундан 13 билдирме көрө пара верилди. 2,3 миллион лейден зийде каблеттилер автономиян аграриялары. Бу ыл субсидия верилмеси үчүн данышмалары февралин 1-ден чекедежиктер каблетме октябрын 31-неден. Чевчилик бөлүмүндө үдемеклерде хем интервенцияда агентствосунда нышанадылар. Аны 2024 ылын девлет бюджетинен бакылыр 1,6 миллиард лей бу ниетлери. Кыпча күйүн Барановский адына лицейинде яңы ысытмак системасы коюлду. Бүтүнө курумда яңы ысытмак радиаторлор коюлду, хем яңы трубалар кечирилди. Бул проекттин кириштирилмеси үчүн паралар Гагаузия эрин бюджетинден берилди. Бул сайы 2 миллион 400 бин лей курер. Ама тендер тарады курум ангысы көстерди кенди азырлыгыны хепси ишлери 1 миллион 900 бин лейге кечирме. Ама иш япылар гана белли болду, аны таа чок пара лазым. Шинди Барановский адына лицейинде сыжак, не түрлүү ишлер япылды бу үйрөтүм курумунда, үйрөнди биздин телевизион группабыз.
Система была до такой степени в критическом состоянии, что вот особенно в прошлой зимой мы просто... Исытмак система мыс пек ескейде. Халис былдыр кышын пек суук токулу мызда. Бельмездек насыл кыштанычка джиз. Шукер баканы комитетин ярдымынан бу проект гериштерилде. Было выделено сумма на реализацию нашего проекта по замене отопительной системы. Суукту гечен кыш заманнарында. Буйылса хепсе юренмек кабинетлерінде сыджак. Стало уже очень комфортно. Герчектен шинди пек уйгун температура. Кими кабинетлерде кер сыджак. Кими эркере сыра гелер температурай күчүлтме. Бөле бир колайлыйымыз вар. Хепси радиаторларда маасус датчиклер койулу. Онларын ярдымынан температурай көз алтында тута билерис. Газ исытмак котелларыны бурада 2015 йылда койдулар. Буйыл февральда 5-инден икисини дейиштиреджеклер. 2 400 000 после тендера сумма у нас была 2 400 000 лей проекта гөре верилди. Проектин паасы 1 900 000 лей курду. Ама ишлери япаркана аннадык ани тазейде харжан масыра келечек. Та якын 300 000 лей котелларын алмасына хем башка материалларын тертиплерин сатын алмасына дору долду. Бу такым ишлер баша чыкты. Это теплообменник, это насос и все вот эти краны. Окулларда суукту шинди сыжак сөйлерлер кендилери юренчилер. Онлар шүкүр эдерлер курумун өндөрчилигине бусой кошуллар үчүн. Барды вакытлар ачам бизде школада суукту. Суукту кезерди эпси курткаланышын бу проекттан соора инсан биз юренчилер уже баштадык кендимизди таа болдуйма. Та сыжак олду окулда. Стерим сау ол сөйлемен хепсіне кем бұ проекті азырлады, хем дейштерді бізім школада исытмак системасын. Курма ата ісля кошуллары чалышыр үйретім курумын өндіржілі кенді көведіннінді. Хер ел окулын бюджетінден артырылан параларлан бішейлер бұрада япылыр. Битке еллар имек япмак одасының модернизациясына бүйік бақыш доғырдулыр. Валентина Чобан, Олег Дулогла, Леонид Арфанос, Ирина Резунец, ГРТ, хабирлер. Комрад Касабасының танк долайында канализация системасы дүзілежек. Проекты Касабаның өндержелі керештірер. Артық тендер кечірілді. Ешлері япма хазыр олан күрім белі етмек үшін тендері регионал элердемесі агентсу кечірер. Бұ күрім белі еділдейінен проекты көре іш башлайыжек. Танк долайында 500 еві Касаба канализация системасына еклейіжеклер. Комрадың күветлері яшшыны раданы шырлар. Киевлерін долайынаны тетіплесінлер. Ешчілері бейші долаштырмасын дені. Тайдерінден бізім сюжетымызда. Комрад Касабасынын примариясы хабарлер аны танк долайын яшайыннары лазым версинер колайлык узманнара раат кечерме канализация системасыны кибиши ондарын ишини долаштырмасын. Буну инсанар варынжы күчүк айнырмисиннерден япсыннар. Ишлер ишен чигиттилер. Бу район танкы, орда келчи бизе канализацион системалары. Орда бар садиже бир жол япылы бу Крупский жол. О жол чок кеңиш, он ичинде о бизе жедеме проблема япмыч канализацион системаларын кечирер кана. Та дар жолдорду биз кечирерсе илтан канализацион сором жол япабыз. Бою кеңиш жолдо биз яптык жолу ден чамыр болмасын же ичин ишлерле бу канализацион системаларынан бу кепси жолдор оларла батак. Бу иштер эпчи чигидиришкен бу жол. Буылда эле тамамдансындар, орда якын 500 еве бар канализацион системалары. Инсан эле болсун азыр бу ише. Кепси күбүрлүклери, ташылыклар аны бар евлердин жанында алар лазым тертиплесиндер, алсындар. Да яваш-яваш бу районду бизде бензин району. Бизде чок жыл биздин касабамызда не жол, не канализация беши болмады. Салма ишинде чадыры да алма, орда та 2012 жылында бу канализацион системаларын кечирилди о замандан. Biz sadece bu işleri yapıyoruz. Bugünler hem de bu yıllarda, son yıllarında geçirildiğinde geofizik amalesinde başka emirlerde bizde büyük gün olacak. Yüzden 45-50% kadar yaklaşacak şimdi kanalizasyon sistemleri bizim kasabamızda. Bu yıl kanalizasyon sistemasını geçirecekler Şusev sokağından Zapadne sokağına doğru primarın ışınladı. Hani bu işlerin geçirilmesinden sonra yollar bozulmayacaklar. 2015 yılında bizde vardı sadece 25-28% kanalizasyon sistemleri bütün kasabada. Şimdi yaklaştık yakın 50%'da.
неч лазым 50% минимум болсун. Зерем бизде олжик бу кенди суу паклама станциямиз. Онда хеп биз имзаладык бу прожеи. Онда да хеп бу жыл үчүн бар 20 миллион лично они берилди комбада. Да бу иш станция чалышмар канализацион системаларыз. Лазым бури биши аксын. Акмадан о станция хич бишичик, о станция хич чалышмар, он бошуна япычыз. Он үчүн биз бакерсен тадычок система канализацион болсун. Бизим варта бу Ялпын өтөндө да бу Заречье район орто да лазым таманнамайып канализацион системаларын кечирелим. Сорум калыр бизде эки бүйүк район, бу Тканяска району эми да Ялпын өтөндө. О бүйүк райондордо да эп якын замандарда орто да болчу канализацион системалар, ама явыш-явыш бу иштерди биз кетиребиз. Ерлимин сеннар япмарсайдылар нена саат эдер примария о заман онара жаза 600 лейден 1200 лея кадар куйулачак. Татьяна Ставилова, Ирина Резунец, ГРТ, Хабирлер. Балканишин культура эви касабанын культура хим үретим меркези сайылыр. Ерлі көветлер еллар бойынша чалышылар чөзмя проблемы ангысы баалы бинада дүзмя кешлеринен. Бинанын темели дуварлары өртүсі ич хем дыш тарафлары көтю халда булынырлар. Не пырлар көветлер бұ сорушу чөзмәдені анадар бізім корреспондентымыз. Валканеш касабасы культура еви пик кютю халда булунер. Нетленерленме бу проблема и чуизме аннаты касаба башы Николай Посмак. Дом культуры у нас находится в плачевном состоянии. Планируется у нас капитальный ремонт во всех помещениях, благоустройство территории. Культура еви дүшүк халда булунер. Капитал ремонт хербирода да япмах, план нерес. Валканеш касабасы примария сысатыл Европиан ИКИ проектинде пай алер. У регионал илерлемеси агентству су фондундан финансланер. Без истериси İlerleme, onuştan konkursta pay almak istediğimizi açıkladık. Niyetleniriz kasabamızın ilerlemesi için infrastruktura projelerini çekmem. Валентина Желес, Рисим Джейка, еллар бойынша культура евинде ишлер. Аннаты аңгы зорлукларлан узманнар хер гүн каршы келерлер. О необходимости ремонта в нашем доме культуры можно судить, наверное, хотя бы взглянув. Ремонтун лазымны гүрінер тебу ададан. Гүнеш оклары дуар хем таван чатлакларындан гүрінерлер. Ремонт пек лазым. Бізді истерис пак, куру гюзел ерде чалышма. Ки бурада герчек культура еви олсун. Поэтому... Ремонт очень необходим, просто жизненно необходим. Хотелось бы, чтобы глаз радовался, чтобы было комфортно, приятно, удобно, и чтобы Дом культуры соответствовал своему названию Дому культуры. Битке Йортулулай Меркез Салонда 25 жыл кейри кечирилди. Бу бизди пек күчөндүрөт, сөйледи культура евин башы Калчу Борис. Дом культуры города Волконечен, на самом деле, нуждается в капитальном ремонте, так как в плачевном все состоянии состоит. Культура евине ремонт лазым, чунки о кюти халда, юрту кечирме бурада олмаз. Таваннар силкинерлер пек коркунч. Нетленериз баш салонда да бүтүн мобилайы дейштирме, ки бизим яшайнарымыза уйгун олсун юртулара катылма. Застеклить новыми окнами вот эти проемы, которые остались от окон у нас, если честно. И надеемся очень, что сделаем хорошее отопление, чтобы можно было все вот это сохранить в хорошем виде и чтобы было уютно и комфортно населению на наших праздниках. Касаба кувитлери ниетленерлер буйыл проблема и чузмя. Сату Европиан ики проекти ярдымынан. Олег Лотка, Алена Терзи, Александр Глеков, Алексей Герчу, ГРТ Хабирлер. Көпчәк күнде Борис Янакугла адына лицейнда Баканы комитетин ярдымынан башланкы класслар япысында дүзмәк эшләре кечерилде. Дүзүлдү имяк одасы. Темы илердер бизим корреспондентымыз Олег Дулагла. Ниче сөйледи Көпчәк күн Борис Янакугла адына лицейн башы Ольга Хаджиогла башланкы класслар корпусунда дүзмәк эшләре 50 йыла якын кечерилмеде. Лазымды чөзмә проблемае. Окулун башы аңлатты, не төрлү эшләр шинде япылды ки ушакларга япма ии кошуллары. Главное управление образования у нас постоянно запрашивает. Гагузия үрэтим баканын комитеты хергерет үрэнер аңгы зорлуклар бар бізді. Біз сөйледіканы күчі корпусын үртүсіну лазым дейштерме, таваннарда тааса жак япма. Бүнкі гүнде біз бүтінна дейштердік үртүю. Имек одасында дейштердік шаф системасыны, ені техникайы орайы алдык, таваннарда дүздік, цехтада дүзмәк ішлері кечердік. Имек оданын дүзілмесінден сонра, окулда бар кололык ии кошулларда дойурма ушаклары. Мы довольны ремонтом, очень красиво получилось. Дүзмәк эшләре пек бендик, гүзел, айдынлык. Ушаклар да сөйнер. Сау олсун хепсе, ким булды парайы бу ише. Ушакларга саалык, без онлары савашычыз дойурма, татлы имеклерлен.
Лицейн башы Ольга Хаджиогла шүкүретти хепсине, ким ярдым итти башачка ярма бу өнемли проекты. Благодарю Главное управление образования. Саул сөйлерім Гагузия үйретін баққынына. Аңғысы Гагузия халқ топлышынан біле, верділер бізі лазымлы финансылары кечірмә бұ үшлері. Умут әдеріс, әне гелән ела біз қабілі дәжес финанс ярдымы, кей сытымак системасына да дүзмә. Бүтін проекттің пасы тұтар 1 миллион лейден зейді. Бұндан қайры окулын бюджетіндан верілді 104 бін лей. Кыпча күйін лицейінда дойығылар 308 үйренеджі. Алекдологла Леонид Арфонос, ГРТ, хабарлар. Программаның икенче пайында сиредіңіз башқа миракылы олылары. Комра Долай больницасының хроник хасталықлары бөлімі наш құрымындан ярдымы қабілетті. Молдова Дәулетін үйреті министерлі 2024 жылда Дәулетін оқуларында антибуллинг кампаниясыны кечіреджек. Дөрдінчі православ бұлышмақлары Комрадта кештілер. Комра Долай больницасының хроник хасталықлары бөлімі наш құрымындан ярдымы қабілетті. Тагеніштен біздің корреспондентіміз Алена Терзе. Комра Долай больницасы хроник хасталықлары бөлімі сон заманларда ярдым наш құрымындан дайыма қабледер. Медицина тедарлықлары, хем, тренажерлар верерлер қолайлық, узманнара та қалетелі ярдымы яшайынара верме. Нышанады больницаның хроник хасталықлары бөлімін башы Елена Русу. Все, что было предоставлено ранее, а именно это кровати, новые функциональные кровати. Бізе наш курмундан юнже келді, ені криватлар, долаплар, скемнелер, хем ен үйнемлі, тренажерлар, ангылары, ярдым олырлар бізім ішімізден. Біз тренажер салонуну ачма, ниетленеріз. Наш курмуннан верілен ярдым пасыз бізім яшайынарымызын салына дейіне. Нами посредством при помощи Народного антикризисного штаба сейчас находится в пользовании. Бұсыра наш құрымы тарафындан хроник хасталықлары бөліміне верілді скемнелер, хем диваннар, диненмәк салонуна дейіне. Я хочу сказать им огромное спасибо. Истерим шүкір етмә наш құрымыны оғынларын пасыз ярдымы ічін. Хепсініне оғынлар шынды әдін верділер, қолланылырлар яшайынларымызын сағалық, иілешмесі орында. Сохранялась еще долгие-долгие лета в их душах. Ярдым кетірілді наш құрымына халқар арасы Helping Hands ярдым организациясынынан нышанады наш құрымын темелджесі Виктор Петров. Бүн бұ ярдым келді Германиядан. Наши лазым. Мұнда савашыз кетірме. Бұ сефер келді скемиялар, мобилия наши лазым. Дем чок наши етмер пациентлара. Ани лазым алсынлар ярдымы калетәлі. Наш құрымы хем Helping Hands халқар арасы ярдым организациясының ішбірлі Гагаузия яшайынларына ярдым еліні ұзатмасына дұрдылы. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ хабарлар. Онкология арбер дерт. Ондан қорынмак үшін заманында медицина араштырмасыны лазым кечме. Хербірі бұны вақытында япмыр. Некадыр адық зор дұрым вар насыл олсын, хем некадыр қаталы онкология дерді аннамырлар. Инстаннар салықларына та диккат олсыннар дені медиклер хабарлемек компаниясыны кечерерлер. Бұ афта Молдовада кары органнары онкологиясы үшін хабарлемек афтасы сайылар. Докторлар кары медицина бақылмасыны кешісінлер теклиф едерлер. Чүнкі не кадар та тез дерді белі едіжіклер, та о кадар колай оны илачылама вар насыл. Кызларын хемкарыларын ашыланмасы бүйік рол ойнер, кеду дұрмак органында рак олмасын дейіне. Неге акушер гинеколог Светлана Мавради сөйлер, шындеки заман карылар аннерлар не кадар юнемлі бұ ашы койдұртма. Главная причина – это вирус папилломы человека. Рак хасталын пейдаланмасының баш себепе папиллома вирусу. Бән онуштанда насат едерім, аналарымыз, кемін вар кызлары дүшінсінлер да ашы көйдіртсінлер. Екінші не лазым япма? Скрининг икі дәбірді кечме. Бізім инсаннара та якын бөлі ад неге цитология. О хеп бір анализ. Известен этот анализ как цитология. Цитология из шейки матки. Тесты ракы белли етмәдейіне карылар 25 яшындан 61 яшына кадар хер 3 ел кечерлер. Анализе вар неге кенді яшамак ерінде салық меркезінде япма. Акушер-гинеколог Антонина Богдан нышаннер. Девочке, допустим, исполнилось 25 лет. Ее оповещает семейная служба, что...
Ачан кыщас 25 яшында олер, она гелер салык меркезинден хабер, аны анализы гечме лазым. Чою шансура билерлар не заман ону гечме. Чою кендилери гелер сорер не заман анализы япма, чунки чою коркер рактан. Ким истер гечме, айла доктор аннадер. Сами приходят спрашивать, а мне не нужно еще прийти пап-тесты? Цитология анализы хепсіне дейіні парасыз. О, аджитмайан тест. Ама файдалы белледер рак хасталын чекетпесіне. Те бучетка жік опек имышак. Инсанын йөнінде ачылыр. Онын кенарджи неже сүпірге жік. Аджи япмыр, сәді сүпірерте оклеткалары, англары масус шишеджа кечірленерлар. Кишинев лабораториясы анализы она көре япыр. 2-3 афтанын ічінде анализ хазыр да олыр. Статистикая гюря Молдовада херил юж бин рак олайы карларда сайя койлар. Битки елын ичинде Гагаузияда 4 олай сайя койлдылар. Шинде о карлар илачланырлар. Ама медиклерин бакшына гюря олай вар нича тазида да олсун. Миграция бетерина хали статистикая зор белетме. У нас очень большая миграция. Без сөйлері сән 4 кеше. Беке бұ аз сайы, ама онларда кеменса анасы хем карысы. Миграция сайысы юсек, онуштан зор сөйлеме ани сәді бұ кадар кары хаста. Біз ек неже хепсіне контроль көтірелім. Кем автономияда яшер, онлары савашырыс контроль етме. Лязым сайыл ачылама. Вар инсаннар ашырай гдерлар, хем сирек контроля гелерлар. Неважно, по кем причинам. Язык ама онкологиянын ilk стадиясы кендисини белли етмер. Біз оны битки стадияда белли едеріз. Сөйлер акушер-гинеколог Антонина Богдан. Первым признаком, на что мы обращаем внимание, посткоитальное кровотечение. Хасталын ilk белли етмеклеріні варниче гөрме, ер варса дискомфорт, аджи, яда кан. Беллике о гөстермер анисізді рак. Ама вар себеп гитме доктора контроля. Біз лазым білелім, не сой дерт инсанда, а не удил рак. И исключать патологию шейки. Карларда дудурмак органында рак, икинчи ерде дурер гүз ракын статистикасындан сора. Онуштан юнемле профилактика япма. Ангысыны бүйін хербір салык корумак меркезінде гечмяк олай. Марина Топал, Мария Статова, Владислав Табачук, Ирина Резунец, ГРТ Хабирляр. Январь айында чок йорту вар. Англарыны инсаннар гөзел хем зенген масларлан каршылырлар. Бу яалы хем датлы имеклерден сора яшеенар алынмыш киллары сыбытма чалышерлар. Да буны япырлар фитнес-клубларында. Нечата хызлы киллары атма үрензи Наталья Андреевич. Заанычыларын лафларына гөре килалар атма ярдымжы олыр диета хем суюн бол-бол ичмеси. Бу процесс та файдалы олсун дейіні узманлар насат идерлер физик сынышлары япма. Оннар ким шансора буны япыр, аннатылар несы сынышлар лазым бу иште. Конечно, после праздников очень тяжело восстанавливать свою форму. Я считаю, что в первую очередь надо контролировать свое питание. Элбет киортулардан сора зор кендіне келме. Бен сайерым ани илкин лазым имеклері азалтма. Бен йортуларда кило алдым, да те нечин бурадайым. Савашерым сынышлары япма, да забынама. Хепсі лазым бір урда олсын тренировка, хем имек. Имексіз без формы тутамы ежес. Без питания мы не сможем, к сожалению, поддерживать свою форму и низкий процент жира. Я сегодня, получается, первый день здесь. Бен бурада ил гюн булынырым, шинды сынашма савашырым, якын 3 ил фитнеса гезмедим, ама 2024 ил ниетлендерді бені тренажер саласына гелейм. Не знаю, как-то смотивировал меня пойти все-таки в тренажерный зал. Фитнес-тренері Марина Видова кенді заанатына асатларыны верді неже килалары атма. О сөйледі ани ярдымы дежі дельсадеза бұннама, ама кенді физик дұрымыны да таи япма. Что касается праздников, да, как правило, у людей... Йортыларда инсанларда режим біраз бозылыр. Пек өнемні уйку режимы и олсын, лазым есаба алма. Качта уймай атырыз, качта калкырыз. Бу пек гармонларда гестерілер, хем да килаларын алмасында. Практика гестерер, ани не кадар та узын аралык, о кадар та зор тренировкалары чекетме. Илкин сынышлар илин лазым олсынар, онлары евде да варнасыл япма. Макар 20-30 минут, да сора варнасыл салая гелме, да та зор сынышлары япма. Да, более сложным, более силовым тренировкам. Фитнес-тренері Анна Миленти хабирледі, ани йортулардан сора тренажер саласына тачок инсан гелер. Хочу еще отметить то, что после праздников мы должны добавлять тренировки и...
Истерим нышанаман йортулардан сура без нас атидерес тренировкалары тасыки апмахем салыклы маллары имя. Делюнун чин они истери забунама, ама онун чин они исля кендены дуйма истерес. Елбетки йортулардан сура инсанларын ангылары забунама истерлер сайсы бьер. Инсан спортзала гелер да бу севиндерер. Наблюдается, вот сейчас узнала, в плюс. То есть люди возвращаются после праздников в спортзал. Это очень приятно. Йортулардан сора ялы хем датлы имеклерден сора салыклы яшамая гечмек варнасыл зор давайлон олсун. Занычылар сөйлерлер, ани тренировкалары этаплара гөре чекетме лазым. Ама ким истер забуннама лазым, хепсіні яваш-яваш япма, ки гүдея зор олмасын. Молдова Девлетин Юрети Министерли и Кибнер Мидердунджу Илда Девлетин Окуларында антибуллинг кампаниясыны кечередек. Онын баждавасы үренежлерин арасында достлук балантыларыны корума. Не билерлар ГГАУС ерин үренежлери буллинг ичин хем вардармы оннар. Бусы олайлардан каршы гельсинер соруштурду бизим корреспондентымыз Алена Терзе. 2024 yılda Moldova Devletinin Üretim Hem Araştırmaklar Ministerliği antibullying kampanyasını geçirmeye niyetlenirler. Nişanladı Moldova Devletinin Üretim Ministrusu Dan Perçon. Bullying öyle bir olayın gısıtağa karşı gelir bizim okullarımızda. Biz bunu lazım bilelim hem anladalım bu olay için şkollarda. Ya komunika mai mult despre ceea ce înseamnă bullying-ul în școală și cum putem reduce acest fenomen. Yaşayanların taa çoğu bilir. Ерлер не у буллинг, хем сайерлер а не бу ура, дикатлык лязым верме. Я лично не сталкивалась. Бен кендем йоктур каршы гелдим буллинг ланама, сайерам а не хепсин санар лязым и бери-беринен лафетсинер. Не должны булить друг друга. Я считаю, что это, конечно же, бич современного мира. Сайерам а не бу иш бюн кюджугнемзин эйн бюк беласы. Бетке вакыт мода олду зейтлеме акенде достуну, хем телефона видеоя ону чыкарма. Юридичилер Лен кувитлер, лен ана бобалар, лен бу тема лазым лафетме, чунки оннар хепси джувапчи бу иште. Которые имеют к этому непосредственное отношение, то есть приглашать, я не знаю, специалистов, которые именно в ответе за такие деяния. Дети должны... Ушаклар кендлерни исля гетурсинар окулда лазым. Тиктоки вот это все видала, читала, все вот это, но... Бен тиктокта гюрерим, хем окуерим, ама бизде беш алмада юк. Туриштим бөлә олай. Ушакиве келдинен ана боба лазым дикат олсун, хем онун школа ишлеринен миракансын. Чем занимаются дети в школе? Никогда лично не встречал. Бен кендим юктур каршы келдим, ама хаятларда вардыр гөрдүм. Орак было, да. Дети гравим прежуриме персоне, кара усфериди. Беним вартандыклары манглары бу проблема элан каршы келдилер. Беним бакшына гөре хепси айледен чекилер. Ана боба лазым дикат олсун, чунки ушак буллинга düştüйнен онун эмоциональ Национал сағалыйы да дейшер. Үредіжілер, школыларда ұшақлары корсунар лазым. Спрежен, суппорт. Стороны видела. Мен йоктур каршы келдим, ама вардыр, гөрдүм. Бүгін вар түрлі курумнар ангылары ұшақларын хақларыны кору ерлар. Школыларда да психологлар лазым олсунар. Должен быть психолог. Үредім министрусы нышанада ане үредіжілері тренерлер буллингі йок етмә үредіжіклер. Авем ореця креаты де патру зежди форматори националь. Pentru cadrele didactice care... Bizde var bir kurum angısına 40 trener girer. Onlar bu yıl didaktika kadrolarından işleyecekler. Anladacaklar hem gösterecekler onlara ne su işleme ki şkollarda bullying olmasın. Persistă și cum să ajute elevii să depășească aceste situații. Bullying o yüle bir olay angısı bağlı kabahatsız ya da koruntusuz kişiyi küstürmekle ya da zorlatmakla. Алена Терзи, Владислав Кыса, Алексей Герчу, ГРТ Хаберлер. ГГАУС ерин үйренечілерин регионал насааты кенде ишини официал орында башлады. Насаатын башы сечилді. Комитетлерин өндіржілері белли едилді. Бу насаатта хепси үретим курумларын темсилжілері вар. Генчлер бирликте үретим системасында вар олан проблемлары белли едичекляр, хем онлары чөзмейдени колылыклары аражыклар. Бундан кари генчлер түрлі йортулу акциялары кечережекляр. Тадеринден анадары бизим корреспондентымыз Валентина Чобан.
Üyrəncilərin regional nasatın azaları türlü temalara görə kendi bakışlarını açıklaya biləcəklər. Bundan qarə onların olacaq kolaylıqları Qagavuz yerini üretim bakanlığın hem kuvvetlərin yardımından türlü zorlukları liseylərdə hem gimnaziyalarda çözmə. Все, что мы делаем для наших детей, поэтому нам очень важно слышать их и понимать их потребности, их возможности раскрывать. Не да япмасак хепсине ушаклара дейне япырыз, онларын хатыры ичин. Бизим ичин önemli сесләмә онлары, аннама онларын истемеклерне, ачма потенциалларны. Умутланырыз, ани бу насатын ише илерлеячәк, кем файдалы олачәк. Интересны, очень креативные, многие полны желания, и наша задача все это сохранить. На сатын башына Айтулия Күйін Савелий Экономов адына лицейн үйренінчісі эконом Ольга сечілді. Сейрмани Гагауз культурасные, Гагауз ушаклары барын, че дейштір синерии тарафа, нежеке онар сайлерла чок арифли, чок жана якын, уйгун, онар чок кувет куэрлары ки елерлетме Гагауз культурасны, традицияланы, адетлеріні. Бен сейрмани хербер ушак, кем бұрада болныр, о сайлер касаветли, ихтибарлы яшаян бу регионда, хем сейрмани барабар, біз хепсі жіні япаджес, хем елерледі жіз бізім культурамыз, адетлерімізі. Хем сайрмани хербер ана гөрдүнен кенди ушаны бурада ки некадар о кувет койду ки илерлетме хепси жин о саяжак беним ушам ени хем о да несе япты дабракты кенди ноктасыны Гагауз историясында. Üyrəncilərin regional nasatın 3 bölümü var. Onların da yöndəriciləri ayrıldı. Texnologiya hem media komitetin başı Nikolay Tretyakov adına liseyin üyrəncisi Anastasiya Mitioğla oldu. Kultura komitetin yöndəricisi Dmitri Karaçoban adına liseyin üyrəncisi Maria Çeban. Araştırmak hem hak komitetin başına Gavril Gaydırcı adına liseyin üyrəncisini Roman Tarlevi koydular. Var nasatın koordinatoru da bu görev. Андрей Шевель-Булунер. Тут они учатся быть гражданами, которые выходят со стен наших учебных заведений. Не просто люди, которые были подготовлены к экзаменам, а люди, которые умеют решать проблемы. Bu nasatın azaları önemli bilgileri kabul edecekler. Bu takım onlar halis vatandaş olmayı öğrenecekler. Sevinirim, ani var kolaylığım onlardan bilgilerimle paylaşma. Şükür ederim Gagauz yerini üretim bakanlığını, ani öğrencilerin nasatını kurdular. Yeminim, ani o başarılı, hem faydalı olacak. Времена наши такого не было, но сейчас хорошо, что Главное управление образования Гагаузии взялось за этот проект и создало эту очень перспективную площадку. Üyrəncilərin regional nasatın azaları bir yıla iş planlarını kurdular. Onlar türlü yortulu olayları hem akciyaları kurma hem geçirme niyetlərinə koydular. Очень рад тому, что появился такой орган, как ученический совет, ну, региональный в плане, потому что в каждой школе как бы есть ученический совет. Sevinirim, ani üyrəncilərin regional nasatı kuruldu. Elbetki her bir okulun kendi nasatı var. Onlar kendi problemalarını çözerler. Ama hep bu işi daha genişten regionun uğrunda da götürmeye mutlak lazım. Мы можем сказать о наших потребностях и решить наши проблемы, решить чужие проблемы. Я считаю, что... Сайеры мани хербер үйренджинин бакышы есаба алынсын лязым. Хепси проблемалар чөзүлсүн лязым. Үйренджилерин регионал насаты хепіле жүмнейлен ішлейджек, хабирлейрек, ане үйнемни, ки хербер ватандаш девлет урунда карар алмасынын процесіне катылсын лязым. Валентина Чобан, Вячеслав Кыса, Артем Топал, ГРТ, хабирлер. Елен гюзер язма хербер беджермер. Бу бир талант, бу инже занат, бу изря, бу таланты улан инсаннар ичин маасыз гүн курулду. Ел язысы гүнү январайын 23-дө бакылыр. Компьютер технологияларын илердемеси ел язысыны май 2-нче ере койду. Ама бүндө гөзәл языя инсаннар хер заман майыл олырлар. Комрад Касабасынын Гаврил Гайдаржы адына лицеи интернетта Гагауз ерин яшынырына челленджа катылсыннар теклиф эттилер. Хер бири кенди ел язысыны көстерсинин лазым. Челленджин кошуларыны Марина Топал ачыклар. Каждый год 23 января дүнеде ел язысы гүнүн ушанданыр.
Гайда жильцы, язма гюзель моды гюрды ярышмы чалыштырды. Бу ярышма кушакларын үйнне мираклы давай курду. Онлар кенде севгили яратмасыны елден яздылар. Сади бир сорум юриничлере дейіні варды. Яратмайы гюзель ел язысынын язма. Сегодня переписываем текст «Гроза». Это мое любимое произведение. Без севгили яратмамызы «Гроза» язырыз. Бян оны пек бейнерим. Ачан юридичи тефтери ачер, пек севнерим ань гюзель евишин яздым. Савашерым гюзель язма, севинсин евдекилер хем юридичи. Кендим да исля кендими дуерым. Гюзель язма шинди мода ягерді. У бейлі кешіндіки заман лязымда. Истерим якында каларым севинсинлер бейнімчин. Елкері алма истерим. Хочу победить и порадовать своих родственников. Писать красиво нужно. Ярышмакта тарама истерим. Семендермек инди сенсиллерими. Гюзель язма лязым. Юридичи лязым аннасын несен язырсын. Кендимиз та севинерис. Ачан аннашылы хем гюзель тефтерде языла. Онын чин ислян нота да кабледерис. Гюзель язма бүйін модада. Бен гюзель язырым. Беним ел язым олсын гюзель дейне анам евде верер бана түрлі яратмалары язма. Бана бу техника ярдым едер. Язы илерлетме. Я соблюдаю правила письма, чтобы... Ел язысының техникаларыны еса бағаларым, ке бейнім тефтерім кырнажик олсын. Класс ем евишіні ені куну язырым, ани үйсек нота каблетмә дейнім. Башланқы классларын юридичісі Алена Богдан кенді ұшақларыннан ярышмақта пай алдылар. Юридичі емін ани ел язысы кішіде фикері ілірледер. Мы проводили этот конкурс, но в рамках своего класса выбирали тех, которые лучше пишут в классе и даже давали диплом. Кенді классым арасында ярышмай кечердім. Айырды кушаклары, аңлары ең гөзел язырлар. Онлар диплом хем башыш каблеттілер. Истеріз ярышмайы илерлетмә хем тасык япма. Кушаклар ел-йылдан гөзел башласынлар язма. Все-таки хотим, чтобы дети лучше и лучше писали. Икінші Б классын юридичісі Мария Папазогла күчіктен та тәрбиелер ұшақларда ел язысы культурасыны. Оның бақышына көре юридичілерін баж давасының бірі гөзел язмақ. Чизгілер Мария Федоровна. Красивое письмо развивает не только моторику, оно еще развивает логику. Ел язысы илерлер ұшақларын фикеріне, арифлиіне, логикасына. Гөзел язан инсана ходулук дуерсін. Шинди гөзел язма модая кірді. Красиво письмо писать это модно. И очень даже замечательно. Гюзел язма модада ярышмасында варнича пайлсынар дилсаде юриничилер хем юридичилер Гаврил Гайдаржы лицейнден, ама хепси яшайынларда. Ярышманын куралары колай. Лязым елден язма, не сойса яратма. Патрида чыкарма хем ерлештірмя кенді Facebook сайфаныздан. Хэштеклан «Язма гюзел модада». Жюри енисля ищи айраджек хем тарайынлар дипломнары кабледечкілер. Марина Топал, Александр Глеков, Артем Топал, ГРТ Хабар. Дөрдінші православ бұлышмақлары Комратта кештілер. Аңғы ниетлен кечірілер болай, анадар бізім корреспондентіміз Алена Тарзе. Гагаузияда гейчан православ колыда булышмаклары ел-елдан ені уыра калкырлар, топлайып билим адымнарыны, динчилери хем джүмнеи берегере. Бу булышмакларын маанасы евладларымызын рух илерлемесінде пасыз. Нышанады Гагаузия Мария Маруневича адына билим араштырма меркезин башын ишіне көтерен Ирина Константинова. Я думаю, что очень важное. Сайыр мәне бізім ең үйінемні, варлыймыз о бізім православ дініміз. Бұй өзілі біз сізіннен қорудалым лазым, ілерледелім лазым, хем ұшақларымыза етіштірелім, ке онлар Аллахлан жанларында бүйісінлер. Бұ бұлышмақларда біз анладырыз, хем көстерейіз башарларымызы, құрырыз ені давалары. Была заражена такая идея проведения этих совместных рождественских встреч. Колада булышмаклары Каул Комрат епархиясы хем билим араштырма меркези иш бирлигинен кечирилерлер. Нышанады протоиерей Виталий Зелинский. Именно так сошлось, что в нашем регионе Үйлі ұйду, әне бізім регионымызда Мария Маруневич адына білім араштырма меркезі чалышма башлады. Бұ біз әдейіні бүйік бір варлық олды. Онларын ярдымыннан біз түрлі проектлері герчекліріз, киатлары типарлырыз, конференциялары кечіреріз. Бана қалса Каул Комрат епархиясы білім араштырма меркезі хем бақанлық комитеті араларында құрылан бағаланты ілерлесін лазым үйті адоруда. Говорить
на духовные темы ровно на том языке, который может записываться. Колода Булышмакларында Пайылды Гагаузия башканна саатчысы Влах Михаилда. Мне очень приятно, что исполнительный комитет многие годы всегда лицом ко всем. Севин Ермани Баканы комитеті йыллар бойынша дестек олыр хепсіне. Үндірджілер, савашырлар, ярдым етмә не кадыр көветлері вар. Сіз да онлара дестек олырсыныз. Старается помогать тем, чем может, а вы стараетесь тоже плечо подавать. Колода булышмаклары олайы сүресінде «Гагауз рус хем рус гагауз рух морал тербетмесі» сөзлүү дүнея білдірілді. Сөзлүк бүгінгі гүнден регионның окулларына дадылажек. Бұ уникал бір сөзлүк, аңғысы йок та Молдова девлетін окулларында. 10 йыл Шансура Молдованың окулларында рух морал тербетмесі предметі вар. Ама шындиядын бір да сөзлүк чықмады. Бұ бізім гіргенніміз. Молдовада біз илкіз. Гагаузия впереди Молдова. Булышмаклар олайын сүресінде кенде кутламак, колады түркілеріні кыпча күйі кілесе оқулы үрінжілері чалдылар. Алена Терзи, Александр Глеков, Мария Казаку, Гарета Хаберляр. Татьяна Ларынгюнінде Кумрат муниципиясының апелляция палатасында кутлама клафлары ешеделерді. Юш Татьяна айыз гүніні бақытылар. Татьяна Мутав, Татьяна Днасталка, хем Татьяна Журавлёва. Давай инстанциясында оннар чөкілар барабар коллега оларак чалышырлар. Елерке сюжетіміз оннара адалы. Татьяна Однасталка Кумрат муниципиясының апелляция палатасының саймак бөлімін башы. Она дейіні бүгін йөнемлі, шүкір етмә аварлы ічін. Яшамақта йөнемлі олсын коллегалар. Аңғылары не да олмаса, кайыл даяклама, сөйлер Татьяна. Бен пек кенде ішімі бейінерім. Шүкір едерім, ані бөлі коллегаларым вар. Біз савашы рыз дин сәді біля ішлемі, ама динненмі ада. Бүйін ішімізі чекеттірдік гөзел кутлама клафларлан. Бен да башка Татьяналары істерім айыз гүнінің кутлама. Татьяна Мутав давачының ярдымчысын шаннер ане айыз гүні она дені вақыт не заман якышер дүшінмә, яптықлар ічін хем ені ела ені планнары курма. Бен дуерім ане айызым бен корер, хер гүн верер салық бана, салық бем айлеме, ушакларма, дур дер бені ниже нашлям дуру япма, корер бені хепсі хайрсыз инсандан. Бен башка Татьяналары кутлерім онары, чок салык онара, айлелеріна, ушакларына, корысынар кенді кенділеріне. Татьяна Журавлёва апелляция палатасында 10 йылдан зейді чалышыр. Чекетті кенді ішіні Комрат Девлет университетіні бітірдіктен сора. О заманнардан Татьяналарын айыз гүні икілі йорты олды. Чүнкі чөйі үйренеджілер студент гүніні данышанырлар. Бакмайракона ані үсек бәжірмеклері кенді заанатында вар. Хепокадар Татьяна Журавлёва 2022 йылда Дунайрия Дежос Румын университетіні башарды. Үйренмә хечбір заманда ділгеч, емін Татьяна. Настоящим хочу поздравить всех студентов с праздником и сказать следующее. Возможность учиться – это счастье. Быть студентом – золотое время, а студенчество – это бурная пора. Нужно столько всего успеть, узнать, получить... Хепсі студентлері кутлерім йортулан, койлайлық үйренмәй бүйік бір кісмет. Студентлік вақытлары алтын заман. Ділерім сізе шен хем актив у вақыды кечіресіңіз. Унутмайын ані сорумларыңыз да бар. Іша чекеттінан хепсі бечермекләріңіз, хем білгілеріңіз үзе чықачек. Үйренін, диннейнін. Студент гүні кутлы олсын. Студенты, у меня очень много коллег, родных, друзей, преподавателей, которые носят прекрасное имя Татьяна. Всех студентов и Татьян поздравляю. Татьяналар айыз гүніні январин 25-інде нышанырлар. Йорту балы айызлы Татьяна илын. Студентлер да сайырлар, ане айызлы Татьяна онлары корыер. Марина Тапал, Владислав Табачук, Артем Тапал, ГРТ хабарлар.
Хергюн ГРТ жүмня компаниясын измечлері севгилен кенди ішіні апырлар. Середичелеря, химсеслейчелеря, хаберлері ачықлырлар. Түрлі олайлар ічін аннадырлар. Журналистлер соруштурмайы кечірділер, яшынырын арасында неча оннар ГРТ-нің ішіні ноталырлар. Инсценара бұнын ічін соруш койдулар. ГРТ, мне нравятся новостные каналы. Мне нравится, когда, допустим, приглашают гостей. ГРТ каналында бейнерім хабирлеры сиретмә. Сиредерім ачан мусаферлер программаларда вар. Дартышмаклар япылырлар. Бөлә варынча ени информация кишидән кендисінден ишитмә. Бензамернінче кимса нередесе сөйлемиш. Те буну бән бейнерім. Біз бу долайда яшырыз. Біз лазым білелім не олэр бөлгемізді. Сау олсун ГРТ каналы информация ічін. Смотрю ГРТ. ГРТ-и сири дерим. Бейнерим программалары хем хабирлеры бакма, ама тасык хабирлеры сири дерим. Я смотрю, конечно. Бян ГРТ-и бакырым. Бейне хабирлер миракландырыр. Хепси хабирлерин адларыны сөйлеймейджем. Тутмырым хепсіні аклымда, ама сири дерим. Я смотрю. Но почему-то все время... Бян ГРТ-и кошерым. Ама нечинса хер заман молдуванча хем русча. Азга гауща программа вар. Мы канал ГРТ не смотрим. Слушаем. Бян ГРТ бакмаем. Садиджи сеслерим радио. Хабирлерим. Я смотрю канал ГРТ. Истерим бельмя не улэрга гаузия да онуштанда ГРТ и сири дерим. Енпек хабирлеры бейнерим. Я смотрю канал ГРТ. Бян да сири дерим. Касабада не улэрхем гагаузия да банадини миракла. Бейнерим каналы онуштанда сири дерим. Честно признаюсь, не совсем. Иногда. Халисден сөйлейджем, ани сади икиде бірді хабирлеры сири дерим. Редко мы смотрим. Сирек бакырым, ама не да гөрерім, бейнерім. Телевизор особо не смотрим. Телевизиону евде сирек койырыз, тачук интернетта отырырыз. ГРТ-и бакмырыз. Ушаклар чизги фильмлеріні сири дерлар. Смотрю канал ГРТ. Сади ГРТ-и да сири дерез. Сади сізден ені хабирлеры юренеріз. Смотрю. Бакырыз, хабирлеры. Не гөстерерлар якын беним жаныма. Нравится мне. Не гөстерерлар бейнерім, хепсі ісля, мираклы телевизионы сиритмә. Тене гүнін сырасында гөстерерлар, хепсін да сиридерім. Нет. Бенім йок вагыдым телевизион сиритмә. Смотрим, всегда. Хер заман бакырым, та аз девлет дилендә программалары гөстерсіннәр. Бән молдуванча аннамырым. Постоянно смотрим. Хер гүн сиридерім, орадан да ені хабирлары юренерім. Сез сиретіңіз автохабирлары программасыны сиреден хем окуын бізі ГРТМ-ді сайфасында, YouTube-та, Facebook-та, хем телеграм-каналында. Калын салы жақлын, садеже и хабирлар сізе.